Вань, Привет. Привет. Рад тебя видеть. Да, я тоже рад. Я расскажу о себе. Я Иван Кратеев, мне 31, и последние полгода я очень увлекся ТикТоком в качестве хобби. Запустил портал, куда перевожу актуальные новости с английского на русский. Ну и стал разбираться, как работают алгоритмы. Все началось с того, что я просто шел к метро, достал из кармана телефон и снял видео про каршеринг, про тачки. И оно набрало за сутки 135 тысяч просмотров. Вот, такого результата больше у меня нигде ни в какой соцсети не было. Я подумал, ой, как интересно, как же это все работает. Вот, и стал разбираться, прошел несколько курсов, которые тогда были, в том числе у топовых там тиктокеров. Собрал у себя на ноуте коллекцию этих обучалок. Вступил в группы в Фейсбуке по ТикТоку, ну и вот запустил свой портал. В том числе я прошел курс еще и на английском, там есть такой тиктокер Тревор Белл, который про фитнес делает, у него, по-моему, 2 миллиона подписчиков. Вот, есть выход в том числе на их комьюнити там в Слэке англоязычные. Ну и, собственно, я расскажу немножко про цифры аудитории сейчас, потом про... кейсы бизнес-аккаунтов, которые я подобрал, и про возможные форматы съемки, и про то, как работает алгоритм вообще, да, почему стоит там снимать. Вот. Начнем с того, что в ТикТоке далеко уже не только школьники. О, привет, Наташа, отлично. Туда за время самоизоляции зашло очень много взрослой аудитории, и по последним данным Mediascope, там доля аудитории в возрасте 25-44 порядка 44%. Вот там типа 24% там 25-34, еще 19% 35-44. Вот в России порядка, ну, где-то от 22 до 25 миллионов активных пользователей уже. Нормально. Вот вообще в целом по миру где-то 700 миллионов активных пользователей, и само приложение скачали 2 миллиарда раз, оно все время... По-моему, за последние полгода, за 2020, оно все время там на первом месте в списке скачиваемых приложений. Вот. Что касается количества видео, я тут видел информацию, что TikTok писал, что они удалили типа там 10 миллионов видео они удалили, что составляет там менее 1%, или 100 миллионов. В общем, если... посчитать, что 100 миллионов удаленных видео, которые не удаляются за нарушение правил, это менее 1%, то получается, что за полгода им грузят 10 миллиардов видео на платформу. Вот. А, собственно, почему там так круто? Потому что там алгоритм, который дает тебе просмотры органически. То есть я знаю всего две соцсети, которые так работают. Это Яндекс.Дзен и ТикТок. То есть если видео хорошее по определенным параметрам, то оно может набирать просмотры. И может набрать там, не знаю, 8 миллионов просмотров, 400 миллионов просмотров там. Например, я недавно видел аккаунт по ремонту ванн, да? Казалось бы, ну, ремонт ванн вообще неинтересная штука, однако они очень как бы красиво засняли, как они делают ремонт, как они красят эту ванну, покрасили ее, по-моему, в радужный цвет и набрали на видео 4 миллиона просмотров. Вот, в презентации у меня про это будет скриншот. Соответственно, как работает алгоритм? Самое главное – это досматриваемость. То есть видео показывается, алгоритм, ну, искусственный интеллект, он анализирует примерно, что есть на вашем видео, что на нем изображено, и показывает его 100 пользователям, которым это может быть интересно. То есть вот в эту так называемую ленту рекомендаций на самом деле попадают все. Только некоторые там получают 100 просмотров и больше ничего, а некоторые продолжают набирать дальше. Соответственно, дальше после этих 100 людей анализируется, ну, насколько они видео досмотрели, насколько они были вовлечены. В том числе там есть технологии и трекинга твоих глаз с помощью фронтальной камеры. Ого. Ну, не факт, что это прямо во всех странах работает, но вот я слышал такую информацию, насколько ты вовлечен в контент. Соответственно, если люди досматривают до конца, то видео показывается еще 500 пользователям, потом еще там тысячи. И так вот тысячи, 10 тысяч просмотров набираются до тех пор, пока алгоритм не поймет, что, в общем-то, интерес уже исчерпался.
вот всякие лайки не очень сильно влияют, но влияют комментарии, потому что у меня было видео, ну, не с очень хорошей досматриваемостью, но там было много комментариев, и оно тоже набрало просмотры. Ну, досматриваемость понятна. Это, допустим, если видео длиной 15 секунд, и его там смотрят 12 секунд из 15, то это хороший показатель. Если там 8 секунд из 15, так себе. Это все можно посмотреть там во встроенной аналитике к каждому видео. Показатель, сколько там было просмотров и сколько... Там есть такой показатель среднее время просмотров. То есть, ну, сколько человек посмотрело. Вот. То есть основные показатели – это лестница просмотров и досматриваемость. Теперь про бизнес-аккаунты. Кроме вот этого ремонта ванн, я еще выделил два интересных аккаунта. Это кухня на районе. Они сначала делали какой-то такой лайфстайл формат с живыми людьми, но в последнее время они начали делать такую лоу-бюджет анимацию, какую-то смешную, там даже первое видео у них было топ-3 столовых прибора, там нарисовано типа вилка, нож, вилка и ложка. Только вместо ложки там оказывается яйцо на палочке, и это как-то очень смешно обыграно. Вот. Ну и вот кухня на районе, у них там сейчас, по-моему, 100 тысяч, ну, чуть меньше, может быть, 100 тысяч подписчиков. Вот, еще один аккаунт я нашел — производство игрушек. Вот, то есть девочка делает хендмейд игрушки, снимает процесс производства, как-то что-то с этими игрушками там еще снимает видосы, у нее 700 тысяч подписчиков. Повлияло ли это на ее продажи? Думаю, да. Ну и, соответственно, в профиле, если у вас уже достаточное количество... Там, по-моему, больше 1000 подписчиков, вы можете делать прямые эфиры, можете вставлять ссылку на свой сайт, можно подвязывать Инстаграм, соответственно, люди переходят на ваш Инстаграм. Ну и там почту можно привязывать. Еще сейчас тестируют на английских, ну, на западных аккаунтах фишку закрепления видео, то есть когда люди заходят в ваш профиль, там сверху несколько видео может быть закреплено. Вот. И сейчас еще можно в видео вставлять ссылку на Википедию, и я думаю, что скоро туда можно будет вставлять любую ссылку на свой сайт, кроме Википедии. Но еще вот третий аккаунт, который я говорил, уже ремонт ванн, да, тоже у них, по-моему, ну, тоже какое-то количество, там, по 70 тысяч подписчиков, но вот одно видео у них прям залетело на 4 миллиона просмотров. Ну, еще там есть Apple, правда, пустой аккаунт, Xbox недавно сделали аккаунт, всякие ребята типа миллиардера Игоря Рыбакова, даже Билл Гейтс со своей дочкой танцевал вместе в ТикТоке. Так что, если вы считаете, что это не для вас, то Билл Гейтс как бы так не считает. А вот. Ну и последнее про форматы контента возможные. Это я выделил три основных. Это первое — это говорящая голова. То есть вот когда человек включает фронталку и что-то там рассказывает про свой бизнес, я видел такие аккаунты, там психологи, СММщики, маркетологи, учителя английского, монтажеры всякие, фото-видео. Вот, там есть юристы, например, там человек, полковник прокуратуры в отставке, у него 1 000 000 подписчиков, он, например, там ходит по магазину и снимает видео в формате говорящей головы, как там, какие законы в магазине там могут с вами работать. Вот. Второй формат – это процесс производства. Это если у вас какие-нибудь там игрушки, хендмейд или что-нибудь, что вы делаете руками, тоже может отлично зайти. Там, ну, в формате какого-нибудь таймлапса на 20-30 секунд с музыкой из самого ТикТока, из библиотеки. Ну и третий формат – это видеомонтаж и творчество. То есть либо монтировать видео и, например, там, не знаю, если какой-нибудь бизнес с одеждой, то смена одежды на модели, там, да, или делать какой-нибудь видеомонтаж, или что-нибудь творческое, связанное там с загадками, с... Есть там такой аккаунт с новостями, короче, медиа, который делает просто такой быстро бегущий текст, очень залипательно. Вот, тут как бы... И самое главное – это активность. Нужно делать хотя бы 2-3 видео, 3 видео в неделю, я думаю, это минимум, вот, а лучше одно видео каждый день. Ну и плюс TikTok, насколько я заметил, не очень любит, когда вы делаете аккаунт только с компьютера, то есть если вы загружаете видео только с компьютера и сами с этого аккаунта не сидите с телефона и не лайкаете другие видео,
то, ну, не очень хорошо там просмотры набираются, даже если видео интересное. Вот. Так что какое-то время приходится сидеть хотя бы по полчаса в день и лайкать, и смотреть, что вообще происходит. Ну, заодно это помогает оставаться в тренде. Вот, и вот недавняя история буквально вчера в Фейсбуке прочитал. Значит, достаточно такой пожилой 40-летний мужчина в Америке снял видео, как он едет на скейтборде на работу и пьет какой-то там вишневый сок. И там подпевает какую-то песню. Видео набрало 40 миллионов просмотров. Этот вишневый сок скупили во всех магазинах. Акции компании этого вишневого сока выросли в 2 раза. И теперь с этим мужчиной делают коллаборации знаменитые блогеры. Ему там что-то подарили машину, чтобы он ездил на работу. И TikTok теперь будет его использовать в своей официальной рекламной кампании, которая что-то называется Good Vibes on TikTok. Или там, в общем, слоган, что все начинается в ТикТоке, да. Слушай, но есть, наверное, такое предубеждение, что ТикТок действительно это для молодежи, какие-то там сплошные челленджи, одинаковые типы видосов, как вот, знаешь, они туфлю на ногу накидывают или танцуют. И при этом, да, действительно, я начал наблюдать бизнес-аккаунты, но все равно, допустим, вот у меня, да, есть тема нетворкинга, которая по-хорошему тоже можно нарезать на короткие видео, может быть, там в формате говорящей головы что-то рассказывать. Ну, блин, я там в Инстаграме фронтальную камеру-то открыть не могу, удаляю его через раз. Надеюсь, Инстаграм нас не слушает и не запессимизирует этот видос. Но как вообще с этим бороться? Что с этим делать? Как начать снимать? И вообще, есть ли смысл снимать? Я правильно понимаю, что вообще, в принципе, с любым бизнесом сейчас имеет смысл идти в ТикТок? Да, с любым, где есть хороший визуальный контент для видео, либо есть какой-нибудь харизматичный владелец, который готов вещать на камеру. Ну, ты знаешь, я, например, тоже не очень люблю часто свое лицо показывать в ТикТоке, и я чаще снимаю ну, не с фронтальной камеры, а с обычной камеры. Просто снимаю тачки, и максимум, что там в кадре появляется, это моя рука, которую я машу в сторону там этих каршеринговых тачек. Да я вот даже сейчас веду эфиры с каршеринговой тачки. Потому что это такой удобный мини-офис. Вот. Ну, то есть, если стесняетесь показывать себя, ну, делайте просто обзоры с закадровым голосом. Не обязательно самому влезать в кадр. А, ну вот делаю я обзор. И а какой в этом смысл? Ну, то есть, как бы видео же должно быть интересное. Это же вряд ли что-то спонтанное. Нужно какой-то там готовить, типа а-ля микросюжет, может быть, микромонтаж какой-то делать. Как вообще? Насколько нужно быть подготовленным, чтобы делать контент TikTok? Ну и так, чтобы не стыдно было, чтобы и мама посмотреть могла его. Но если хочешь, чтобы было не стыдно, да, надо готовиться. Я, например, особо не парюсь в этом плане. Я просто, когда вижу какой-нибудь интересный момент или мне приходит в голову идея, я достаю телефон и снимаю. Но по поводу монтажа, там и в приложении можно достаточно неплохой сделать монтаж, и там можно иншотом что-нибудь проредактировать. Там, ну, в приложении, понятно, можно музыку наложить сверху. По поводу продумывания сюжета, ну, если ты хочешь, чтобы как бы система над этим работать, и чтобы видео было интересное и досматривалось до конца, да, определенно над сюжетом нужно думать. Я вот, например, чаще всего снимаю какие-то 15-секундные видео и там на тему вот тачек, просто с какой-то одной мыслью, которая в эти 15 секунд вполне умещается. Ну и, в общем, вот недавно опять там 20 тысяч просмотров набрал. Ну, с другой стороны, конечно, не миллион, но тоже интересные результаты. А какие вообще? Если Да, бы я, может быть, извини. делал сюжеты, да, и делал бы монтаж, я бы уже набирал миллионы, да. А какие вообще ожидания, как думаешь, должны быть, вот если бизнесмен начинает заниматься ТикТоком, просто там месяц снимать, экспериментировать, всякое дерьмище выкладывать, и типа такое, сейчас я что-нибудь нащупаю. Или есть какие-то кейсы, где я там могу как-то сразу, ну, не какой-то результат для себя прогнозировать. Ну, хотя бы вот в Инстаграме, да, если я завожу аккаунт, так как там нет рекомендаций, есть какие-то другие инструменты продвижения, я могу поставить для себя план, там, выйти, не знаю, на 10 тысяч релевантных подписчиков, там, через какое-то время. Как вообще в ТикТоке это работает? Есть ли какая-то возможность планировать? Сложно на самом деле планировать, потому что даже если у тебя на аккаунте много подписчиков, я неоднократно видел случаи, что вот на аккаунте там 500 тысяч подписчиков,
снимается какое-то свежее видео, и оно набирает 10 тысяч просмотров. Вот, то есть, ну, оно даже не всем подписчикам показывается, да, получается. Это, во-первых. Во-вторых, у меня лично ситуация наоборот. У меня видео набирают 1000 просмотров, но подписчиков приходит мало. Может быть, просто потому, что я не прошу подписаться. По поводу ожиданий, ну, на самом деле, да, стоит выделить там несколько, хотя бы 2 недели на эксперименты. Там есть как бы в течение первой недели, когда ты сам вот активно хотя бы по полчаса в день сидишь и лайкаешь, ТикТок понимает, что тебе нравится, ну и как бы можно сразу вместо того, чтобы листать ленту рекомендаций, поискать какие-нибудь интересные хэштеги там про бизнес, про маркетинг, там что тебя интересует, про нетворкинг или на английском. Там можно еще в настройках приложения сразу поставить, чтобы тебе показывались видео не только на русском языке, но и на английском. Вот у меня Ох сейчас ты. периодически англоязычные видео в ленту прилетают. Ну и да, как бы позволить себе выделить какое-то время на эксперименты. Но самое главное, ты знаешь, я видел много раз, как ребята начинали аккаунт, снимали там 3, 5, 7 видео, они у них не залетали, и они это все бросали. Вот, то есть тут как бы, ну, нужно выделить хотя бы, не знаю, там 20-30 видео снять в течение там месяца, и тогда уже анализировать, что получилось. Слушай, а я стал видеть в последнее время, я не так много, конечно, в ТикТоке сижу, но бывает иногда залипаю. В последнее время начал видеть просто монтаж каких-нибудь отрывков из фильмов. Ну, то есть какой-то производный контент, который, в принципе, тоже залипаешь, особенно там две части. Ты посмотрел случайно вторую, ты, блин, лезешь в аккаунт, ищешь первую, а ее там нет. Ну, короче, ты на другое залипаешь. Вообще, вот такой производный контент, он имеет место быть? Это насколько вообще ТикТоком ценится, ранжируется? Но он имеет место быть, но это для бизнеса, например, бессмысленно. То есть, если, ну, я видел там аккаунты, например, фан-аккаунт Гарри Поттера, где выкладываются отрезки из фильма. Да, это понятно. Вот. Если ты просто выкладываешь какой-то отрезок из фильма в надежде набрать просмотров, а потом снимать про бизнес, ну, не Нет, очень ну хорошая история. возьмем пример вот сейчас нашего разговора. Вот этот вопрос я задал, сейчас посмотрим. Возьмем пример нашего разговора, да, можно, там, условно, мы поговорили с тобой, там, 30-40 минут, там, я дал девочкам, допустим, это в монтаж, они выбрали какой-нибудь прикольный отрезок 15 секунд, или там, 3 отрезка по 5 секунд, замутили видео в TikTok, и мы выложили. И я много эфиров провожу, и, в принципе, там, много, иногда бывают умные мысли, и иногда хочется их как-то нарезать и показывать. Вообще, как думаешь, это адекватная идея или так себе? Попробовать можно. Единственное, что нужно, наверное, будет чуть ускорить и чуть смонтировать, потому что TikTok любит более динамичные видео, такие, значит, чуть более быстрые. Там плюс, ну, хотя бы даже если взять секунд 20 вырезать, чтобы это было интересно. Какие-нибудь, ну, то есть придется поработать, да, над монтажом видео, нарезать самые интересные отрезочки. Плюс TikTok любит вертикальные видео и любит, когда накладывают музыку прямо из библиотеки TikTok. То есть если заранее искать какую-нибудь музыку накладывать при монтаже, это не очень хорошо. И вот возвращаясь к теме отрывков видео, они чаще всего горизонтальные. Ну и иногда это закатывает. Но все-таки больше вертикальные видео там ценятся. Слушай, тут задают вопрос, человек впервые зашел в ТикТок сразу. Да, ему сразу показывается то, что ему нравится. Конечно, TikTok знает о нас все. Собственно, поэтому его сейчас хотят купить американцы, чтобы он не сливал данные китайцам. Я думаю, что, ну, это в 2020 году уже понятно, что все сети знают про нас все. И там Facebook, Яндекс и прочие ребята. Поэтому, да, как только ты заходишь в TikTok, он уже примерно понимает, что тебе можно показать. Да, я так понимаю, что там был больше вопрос, а дает ли Инстаграм данные. Конкретно Инстаграм данные вряд ли дает, потому что Вряд ли, вряд ли. это конкурирующая компания. Это как там, если Google будет отдавать Яндексу информацию для контекстной рекламы, это сомнительная история. Но часто бывает там по номеру телефона, по Apple ID или по каким-то другим параметрам можно оттрекать пользователя из каких-то третьих
источник да. попить данные, что-то показать. Хотя при этом вполне возможно, что там просто соцдем где-то снимается и по соцдему показывает что-то релевантное. Тоже вариант, да. Слушай, а Ну, вообще, реально... идея нарезать твои эфиры и попробовать их повыкладывать, ну, вполне может быть рабочая. Или нарезать там какие-нибудь выступления за YouTube канала. Там есть, ну, максимальная длительность в ТикТоке сейчас минута. Я думаю, что можно попробовать разную длительность, кстати, еще вот поиграть с длительностью, там 20 секунд, 30, 40, и посмотреть, какую лучше будут досматривать. В целом, конечно, мне нравится, знаешь, какая идея? Если не ведешь какие-то соцсети, ну, типа там, Одноклассники, просто настрой авторепостинг. Ну, то есть, как Ну бы, да. тебе не больших ресурсов это потребуется, а зато там какой-то контент появится. Мы в этом плане, например, начали Инстаграмчик копировать в группу на Фейсбуке. То есть, группу на Фейсбуке я не вел. Мы начали то просто контент с Инстаграма копировать, и сторис туда же уходит. Инстаграм сторис в сторис фейсбучной группы. И классно, группа начала чуть подрастать, потому что там 400 подписчиков. Конечно, Ну она да. с тиктоковскими 10 тысячами или сотнями тысяч не сравнится, но на фейсбуке там, если заходишь, видишь группу там 1000 подписчиков, уже какое-то доверие есть, то есть видишь, что это уже не какая-то там шарашкина контора с 7 подписчиками. Вообще еще есть одна фишка, которую я хотел упомянуть. Давай. Это VPN. То есть я вот пару раз так на телефоне пробовал. Я поставил себе VPN-приложение, отключил эти самые сим-карты, отключил геолокацию, или даже, по-моему, вытащил сим-карты. И, в общем, у меня TikTok начал показывать мне фид из Америки или из Индии, куда я там VPN ставил. Вот, и то есть, если хотите продвигаться сразу на западный рынок, вполне можно пользоваться таким способом с VPN и снимать видео сразу на английском, например. Слушай, а вообще тиктокеры, у них прямой заработок какой? Это коллаборации или тикток что-то сам платит популярным блогерам, типа как Вайн, я помню, был? Да, в основном у них сейчас заработок с рекламных интеграций. Но недавно TikTok запустил тоже программу поддержки своих блогеров и начал платить. Ну, там вот, например, Forbes писали, да, что эти тиктокеры зарабатывают там по несколько миллионов рублей. Вот недавно вышла же там статья Да, я Forbes, видел. да, со списком тиктокеров. Но в Но это основном, коллаборация, да, это не да, ТикТок, да? в основном, да, коллаборации. То есть TikTok сейчас не платит за просмотры, как YouTube. Но как бы активным пользователям он помогает. Например, я, несмотря на то, что у меня мало подписчиков, я попал к ним в программу талантов, и они мне дают как бы информацию о грядущих хэштегах, которые будут на этой неделе. Прикольно. Слушай, а что думаешь про маски в ТикТоке? Вообще, насколько это рабочий инструмент? Почему я спрашиваю? Агентство, в котором я партнер, мы как раз стали официальным партнером ТикТока по маскам в России. Мы сейчас будем их там обучать, производить и так далее. Вообще, насколько это полезный инструмент для ТикТокеров? Насколько это перспективная тема, как думаешь? Слушай, там вот недавно завирусилась эта маска с искажением, когда ты, допустим, там вот идет такая полоса по видео, ты, допустим, там делаешь руки, и у тебя такое искаженное страшное лицо получается. Там есть всякие другие маски, типа там тысяча клонов, там вот эти смешные лица, там собачки туда-сюда. Я просто сам это не использую для видео. Но я периодически вижу такие видео, где всякие разные вот эти эффекты маски используются. Там, не знаю, что угодно. Например, в Индии очень популярна маска с отбелением зубов, потому что у них как бы с этим не все в порядке. Они ее просто ставят, и они все такие там красивенькие становятся. Вот. Как бы это интересная вещь. А просто я пока не понимаю, как маски искать, кроме того, что смотреть видео, которые, ну, мне попадаются, и интересные маски там добавлять в избранное. Вот, то есть, когда ты залезаешь в каталог масок там в ТикТоке, там их просто огромное количество, и попробовать там что-то найти полезное, ну, вообще не знаю, как это делается. Вот. Я Может быть, понял. способ есть, но я про него не знаю. Ну да, я так понимаю, что маски это типа вопрос больше вирусности. Если что-то пошло, ее начинают какие-то крупные блогеры использовать, и она начинает попадать в избранные к их подписчикам и дальше. Ну да.
Да, это исключительно, мне кажется, такая типа B2B-шная история, в смысле продавать маски там, крупным блогерам, компаниям, которые хотят себе как-то по-новому заявить. Да, для меня тоже пока это, ну, кажется, что тема большая, но непонятно, как конкретно там монетизировать, за счет чего и как бы. Ну, так же, как в целом, TikTok. Вирусня большая, а я до сих пор пока еще в сомнениях, что ну, там что-нибудь начнем выкладывать. У меня там клиенты пойдут или Instagram подписчики. Хотя, наверное, там я слежу, знаешь, этот есть Монахова, которая рецепты выкладывает, типа такая. Творожок положила, яичко разбила. Вот это вот. Ну, это охеренно, я считаю. Ну, я как бы смотрю, что у нее с ТикТока переходит на Инстаграм, там в ТикТоке 1 миллион подписчиков, в Инсте там вроде 1 миллиона. Ну, то есть я думаю, что это было такое кросс-опыление, что вряд ли там Инста сама поднялась. Скорее всего, Ну за счет да. в первую очередь ТикТока. Это, конечно, Там какая-то же магия. можно вполне видео попросить, приходите на мою инсту, да. Ну, это, конечно, блин, какая-то чертова магия. Слушай, а расскажи, я помню, наше знакомство началось с того, что я познакомил тебя с Тимом из Да. TikTok дома. А расскажи вообще про этот опыт, коротко, наверное. Это будет какой-то примерно там плюс-минус последний вопрос на сегодня. Да, я еще хотел сказать, что вот я посмотрел цифры выручки. У ТикТока в 2019 было, по-моему, 17 миллиардов выручки и что-то типа 3 миллиардов прибыли. Так что деньги у них сейчас на поддержку блогеров и на маски точно будут. По поводу ТикТок домов, ну да, мне просто было интересно, что там происходит. Там прям какая-то атмосфера постоянной съемки, вот. То есть там в доме живет 10-15 вот этих молодых ребят 20-летних. Они постоянно снимают, у них там целая команда над этим работает, там все сюжеты какие-то, их там постоянно куда-то активности. Вот. Ну, это все очень круто. И плюсы этих домов в том, что они как бы друг друга, ну, как не знаю сейчас. Во-первых, они друг другу подписчиков дают, и за счет того, что они в одном месте как бы друг между другом их переливают. Во-вторых, это интересный такой, как сериальчик, опять как, не знаю, как Дом 2 практически, да? Вот, только там ты, ну, тут ты смотришь вот за молодыми ребятами и за тем, что у них происходит. И не такое все ужасно пошло, как в Доме 2. Вот. Ну, Тим вообще крутой, да, мне очень понравилось с ним общаться. У него тоже опыт. Будь здоров. Да, вообще, я смотрю на молодых ребят, которые что-то делают, Ваня, и чувствую, что мы с тобой старые просто какие-то, знаешь, Да, уходим. что мы в 30 лет уже динозавры, да? Да. Пойдем, наверное, в наш уютный фейсбучик и будем там хаять политику. Да. Я жду, когда же появится ТикТок-дом для 30-летних. Может, стоит его организовать? Ой, это знаешь, как мы ретрит на выходных делали, я такой, предприниматели, которые выгорают, приезжайте на ретрит. И они такие, не, мы что-то заняты, у нас дела. Та же фигня. Так что ты зови, если что, но не обещай. Вот. Ну что, супер. Очень интересно было поговорить. Такой у нас короткий разговор знакомств состоялся. Если захочешь что-нибудь про ТикТок подетальнее повещать, с презентацией, еще с чем-то, супер велком, можно выделить прям такую 40-45-минутную сессию. Мне кажется, это актуальный вопрос. Многие люди сейчас интересуются ТикТоком, и начать вообще с простых вещей можно, да, типа музыку вставляете из ТикТока, а не снаружи, да, то, что для тебя уже кажется достаточно понятным, а для многих других людей это, знаешь, может быть какой-то степени открытия. Так что, да, если вдруг созреешь такой небольшой вебинарчик, потом бахнем статью на VC и раскидаем по маленьким ТикТокам в наш аккаунт. О, отлично, я согласен, да. Супер. Спасибо Вообще большое, тема Вань. достаточно интересная, да. Я думаю, что я еще подготовлю что-нибудь, что можно рассказать. У меня много статей на портале сейчас уже переведено. Да, спасибо, кстати, большое. Хотел Наде передать, которая мне помогает их делать. Вот. Так Круто. что очень Да. здорово, что у меня это все появляется. Классно. А как вообще тебе идея портала пришла? И вообще, насколько она сейчас активно развивается? Ну, я просто посмотрел, что
как бы я так как олдскульный чувак в интернете давно, я люблю тексты, я посмотрел, что адекватного какого-то постоянно наполняющегося текстового источника нету про ТикТок, и решил его сделать. Вот, поставил, это было, по-моему, в апреле, да, я купил домен, поставил WordPress и стал делать. А большая вообще посещалка, если не секрет? Какой порядок? Ну, не очень, там что-то порядка, сейчас вспомню, в Google смотрел, там 30 тысяч было показов в поиске, переходов меньше, ну, что-то, наверное, 1000-2 в месяц, ну, не очень много, но там в основном статья про Deep TikTok залетела, это вообще какая-то... В общем, знаешь, там люди снимают видео в этом, в ультрафиолетовом режиме или в негативе, когда вот все фиолетово-красное такое, и получается вообще какой-то фильм ужасов. Вот. Ну, а его в целом просто мне нравится вести, делать текстовый контент, статьи актуальные. Круто. Ну да, мне кажется, еще какой-нибудь телеграм-канальчик надо бахнуть. Сейчас говорят, телеграм-каналов много, да, для тиктокеров. Да, ну, телеграм-каналов полно, у меня их тоже прям все собраны тоже в телеграме. Слушай, ну супер. Спасибо большое тебе за информацию. Да. Зарядил тиктоками на ближайшую перспективу. Вот. Будем Отлично. рады продолжить общение на эту тему. Хорошо, да, рад был пообщаться. Спасибо. Давай. Пока-пока. Все, пока.